1885 год. Благодаря этой надписи мы узнаем, что церковь Александра Невского была построена именно в это время. Когда-то она была обшита тесом и покрашена в белый цвет. Сейчас здесь продолжаются реставрационные работы, которые стартовали в 2014 году. За это время здание законсервировали, разобрали и заменили утраченные элементы стен. Вологодские реставраторы вспоминают, когда впервые приехали в село Ухтома, обнаружили, что восстанавливать нужно много бревен. Когда мы появились в первый раз, он выглядел еще более-менее прилично, по крайней мере, лучше того, который при въезде в село находится, деревянный храм. Единственное, тут пытались его сохранить, крышу перекрывали, но все равно были протечки, и в местах протечки все это подгнило. Поэтому сейчас мастера делают так называемые деревянные протезы, заменяют поврежденные части бревен. На объекте трудится бригада из 5 человек. Что делаете? Бревна причерчиваем, заменяем. Здесь были старые гнилые бревна. Их заменяем на новые бревна. Вот сейчас провожу причерчивание одного бревна к другому, чтобы все хорошо бревнышко на бревнышко легло. Что за инструмент? Инструмент черта. Немножко модернизированная, не как в старину. В старину здесь клин вставлялся. Слаженно с помощью веревок поднимает бревно на сруб. Работают над вторым ярусом. Следующий этап – каркас и стропиловка крыши. На место должны вернуться основной крест и шпиль. К слову, шпиль – самая высокая часть здания. Его длина составляет 12 метров. А кованые элементы купола и крест совсем скоро отдадут на реставрацию. Черное железо заменят. Когда мы разбирали внутреннее декоративное оформление храма, как раз вот такие элементы были сохранены. Это часть неба, которая здесь будет в храме. А если посмотреть, как оно выглядело без декора, в алтарной части как раз здесь оно частично сохранилось. Сохранить в первозданном виде здание, которое не является объектом культурного наследия, важно для жителей села Ухтома. Здесь их 60 человек. Поселение древнее, его история идет от 10 века. Здесь на кладбище восстанавливают церковь Александра Невского. Очень хочется, чтобы вот эти исторические все памятники сохранялись, чтобы люди могли видеть, что действует. Может быть, будут здесь приезжать, может быть, будут отпевать тех же пожилых людей. Когда посмотришь фотографию 1915 года, выставлена Ухтома, там такое красивое было село, такая красивая церковь, такие заборы красивые, купола. Вообще прелесть прямо. И, конечно, очень хотелось, чтобы эти исторические здания все восстанавливали. Мы в этом году дорубаем вот эту часть храма. Здесь у нас небольшой восьмерячок переходит в рубленый. Его тоже восстанавливаем в этом году. И меняем нижние венцы. Такой план создали архитекторы. Высота церкви составит 20 метров. Мастера делятся. Работы предстоит еще много. Нужны материалы. Поэтому каждый помогает, чем может, чтобы вернуть исторический облик зданию, которому больше сотни лет. Наталья Паршукова, Иван Поздеев. Новости.